Меня зовут Ася, привет. Я из Москвы, я приехала в Израиль 5,5 лет назад. Я сначала пришла в Ульпан Байет на уровень Aleph Plus. И после этого я подумала, что, может быть, я хочу попробовать государственный Ульпан. И я спрашивала друзей, и у всех очень разное мнение, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я решила, что я хочу попробовать, и пошла в государственный Ульпан. И разница была очень большая, потому что в группе было 40 человек, очень много. Мне кажется, что через месяц у меня пропала какая-то мотивация. Вот, поэтому мне не понравилось, и через пару месяцев я просто перестала ходить на занятия. Но потом, в феврале 2022 года, я поняла, что я не вернусь в Россию, и что я точно хочу остаться здесь и выучить иврит, и вернулась в Ульпан Байет уже на уровень Bet. И снова маленькая группа, классные ученики, весело заниматься, и всем интересно, и все участвуют. И общая атмосфера совсем другая. Приходят люди, которые знают, зачем они здесь, которые знают, чего они хотят, и им интересно. И учителя гораздо более профессионально подходят к урокам. Мне все еще сложно говорить на иврите, но я стала замечать во время своего курса BET, пока я хожу в Ульпан, что когда кто-то рядом со мной говорит на иврите, я стала отвечать тоже на иврите, а не переключаться на английский, и люди вокруг так смотрят на меня и говорят: «Вау, иврит!» и удивляются, и даже если это какая-то маленькая фраза, я выбираю сказать ее на иврите неосознанно, и это то, что я заметила, и меня это очень радует.